Вы с боями пробились через ад и нашли ядро Титана, врата, которые на шаг приблизят вас к Горнилу и к окончательной победе над силами ада. Вы должны сокрушить стражи Горнила и забрать то, что принадлежит вам по праву. Добрый день, друзья, и вновь у нас тут уровень прохождения Doom, и в конце этого уровня мы встретимся со страшными боссами этого самого тут адского подземелья. Пойдемте. Насобираем патрончиков. А теперь, ну, мы здесь еще не раз вернемся в эту комнатенку. Так что шибко шмонать в самом начале ничего не надо. Вот он нас ждет, этот супер-пупер чудо-телепорт. И погнали. О, бочки, бочки. Тут же можно демонов завалить бочками. Это даже одно из заданий. Но что-то мне, если честно, лень его выполнять. Ага, тут уже засада, засада демоническая пошла. Тут пришел сам Манкубус к нам. Пистолетиками. Давайте с двухстволочки его отблагодарим. Ну а тебе, дружище, взрывайся. Готов. Так, вот сейчас можно вернуться сюда. Так, то что ж ты? Помер. Это эти невидимые ребята, которые очень живучие. Ну что ж, черепок. Че, и все что ли? Неужто все будет так тихо? Давай-ка. Там раз бензопила была. Дружище. Развалился. Сейчас можно бензопилу и взять. Вот и все. Не зря же она лежит-то. Бочечки были. Блин, жалко, в этом уровне можно при помощи бочек убить 10 демонов. И вам дадут какой-то некий профит. Чем я, в принципе, не воспользовался. Все, что ли? Все, он помер. И там открылась заветная тайная комната. Ну-ка, давайте послушаем. Хотя нет, давайте-ка вначале соберем. Что тут у нас есть? Какие вкусняшки. Ну вот. Еще кто-то пришел, да? Ах ты, смотрите, сколько тут бочек-то, а? Давайте, демоны, идите сюда. Я хочу вас взорвать этой супер-чудо-бочкой. Вот тут он. Померли. Так. Ну, у меня убито трое. Тут очень сложно это, кстати, выполнить это задание. Пойдемте вначале послушаем тогда. Хотя нет. Вначале откроем тут все, что нам надо открыть, а потом вернемся. Так, где тут еще? Боекомплект. Так, тут можно смело брать вот этот профит в виде ускорения. Оп, дружище.
Извини. Где тут? Вот, все, ускориловку взяли. И будем смело тут всех валить, кому не лень. Ну-ка. Демонишка. Мерзкий. Оп. О, кончились боеприпасы. Не вовремя. Хотел самонаводку пустить. Так. Ух. Какие страшные ребята. Где этот невидимый? Ух ты, мимо. Помогайте, ребята, демоны. Демоны, вы за меня. Я знаю. Фух. Ну тебя-то еще не хватало. Так, минус один. Я попал под луч. Спасибо, дружище. Я знал, что ты мне поможешь. Вот так. Вот этого, наверное, надо было. Нет. Погиб. Минус. О! Здорово, братан. В голову тебе. Не хочешь? Вкусняшку. Все, открылась вот эта штука. С черепочком. Смотрите, я вам сейчас покажу секретик, который я обнаружил. В общем, подходим сюда. И вот этот вот малозаметный рычаг надо дернуть. Он очень тугой, этот рычаг. Видите, приходится морпеху напрягаться тут конкретно. Вот, и слышим, как открылся классический уровень Дума. Идем обратненько. И вот он, вход. Бочку взорвем. Какие красивые тут взрывы. Ну, немножечко брони тут. И вот такие вот пиксели. И все, в принципе. Ничего красивого нас здесь больше не ждет. Так, давайте послушаем. Странствуя между мирами и эпохами, нашел путника, да жалкое создание, чье имя не следует называть. О, как. Нечестивое это создание обратилось на службу путнику. Оно обредило палача Рока в прочные доспехи, выкованные в кузницах ада, неразрушимые и негнущиеся. С мечом и щитом невероятной силы начал палач Рока истреблять все, что до сих пор избегало ярости его. О как! Все серьезно. Ну пойдемте. Тут, кстати, после этого, по-моему, где-то здесь. А, нет. Не здесь. Значит, по-моему, открывалась комнатенка. Либо я просто вот сюда зашел, вернулся в прошлый раз. А теперь пойдемте. Возьмем. Карту обновим. И желтый черепочек. Который даст нам доступ в дальнейшие приключения. Погнали. Вот мы и вернулись с самого начала уровня. Вот я почему говорил, что не нужно здесь ничего собирать. Еще 10 раз можно успеть вернуться. Так, надо сейчас залезть наверх. Где тут лесенки-то? Вот они. Вот они. Пути эти. Так, ну-ка, здесь-то я не смотрел ничего. Кстати, по-моему, здесь есть секрет. Где-то здесь над входом что-то висело. Руна, не руна, по-моему. Из нее можно пострелять. И откроется секрет, по-моему, в этом уровне. Но точно врать не буду. Тут смотрите, как интересно. Тут таинственный механизм. Сейчас мы его повернем.
и все придет в движение. Кстати, поглядите, тут видите, вверху какие шестеренки. Тут как будто внутри каких-то часов находимся. Все, пока что никакого движения еще не было. Но это будет чуть позже. Вот этот телепорт закрылся, через который мы ходили. Но открылся другой. Сейчас мы его найдем. Патрончики. Вот он. И в него-то мы и проникнем. Вот, тут вот страшные всякие вещи будут твориться. Ну хватит. Ты что такой злой-то сразу? Сразу стреляешь в меня. Так. Всякие летающие штучки. Ну, вот наши друзья. О, черт. Глазеныш тебе выколю. Натяну на соответствующее место. Смотрите. Закрыто, да, пока? Оп. Низкий уровень здоровья. Сейчас мы подправим это дело. И здоровье, и аптечки. Ух ты, кто-то меня толкнул-то. Ну-ка. Старый добрый БФГ. У меня еще есть бензопила. Подходи. Вот она, многократный урон открылся. Вот они, ребята появляются. Погнали. Взорвись. Не многовато ли вас тут? Так. Смотрите-ка, он пережил 2-4-кратных урона. Крепкие ребята, однако. Все, закончились. Но было весьма недурственно. Так, аптечечки. Боекомплект. Так, я же вроде самое смешное не использовал. Ни ракетницы, ни плазмы. Бронюшки разве что не помешают. Угу. Дробовички тоже были использованы. И вон он, родимый пулеметик старый добрый. Чё? Есть кто еще? Ну, взял я. Я уже ожидал, что кто-то появится. Так, здесь я смотрел и ничего такого не обнаружил. А, в этом уровне. Придется возвращаться домой. Давайте с плазмой с этой. Бронюшку только себе наполним. Погнали обратно. На историческую родину. Синий черепок у нас есть. Так, бензопила есть. Ибо сейчас должен быть тут страшненький замес. Так, БФГ, БФГ. БФГ есть у меня тоже, да? Эх, точно не помню. Ну ладно. В этом ли уровне, либо нет. Вот, сейчас мы тут устроим движения различные.
Сейчас тут весь уровень. Нет, здесь только здесь двигаются шестерни. А, вот они пришли в движение. Тут глобальные изменения прям. А вместе с ними и интересные ребята. Вот и патрон для БФГ. Ух ты, ну-ка иди-ка сюда. Ну я тебе, дружище. И тебе тоже так же. Давай-ка БФГ тут. Не разобрать в потьмах. Кто тут кто? Забыл просто. Ох, ты кто ходит тут? Я забыл поднастроить монитор. И мне сейчас тут дико отсвечивает. Я обычно вечерами записываю. А сейчас днем. Ух ты, козлы. Все, теперь монстры кончились. Да. И осталось два выстрела из БФГ. Вот развал открылся. Разлом, точнее. Давайте сейчас пробежимся, посмотрим. Пропал, значит, выстрел все-таки этот из БФГ. Да, он же вывалился из монстра. Стало быть, должен пропасть. Ну, ничего страшного. Уж разберемся, думаю. Хватит нам и парочки БФГшек под это дело. Погнали. С Богом. Опачки. Ну-ка, камешек послушаем. Но когда пал могучий титан и ужас объял армии судьбы, жрецы-демоны из храма в крови устроили ловушку на палача Рока. О, как. Не удовлетворившись даже победой над великим, искал путника до новых жертв в гробницах кровавой твердыни. И зашел в ловушку, ослепленный рвением своим. Обрушили жрецы храм на палача Рока и погребли его, побежденного, под проклятым саркофагом. Печать палача Рока была выжжена на его гробнице. Предупреждение всему аду, что не должен быть никогда освобожден ужас, что сокрыт внутри. Там и лежит он, недвижимый, в безмолвных муках. О как, теперь мы узнали историю солдата, которым играем. Значит, завалили его в какой-то ловушке, да? Вследствие чего? Он и попал вот этот самый... Оба, пресловутый саркофаг. Изыдите. Ты тоже изыди. Умирайте, давайте быстрее. А когда ты помрешь-то? Все. Необычный ход. В какую-то катакомбу спустились. Так, давайте ракетницы лучше возьмем. Тут будет поинтересней. Ужас. Что тут творится-то?
Угу. Ой, попал в нас таки негодяй. Так, вот она есть, секретная штучка. Надо было просто обернуться. Фигурка. И обратненько сейчас пойдем. Угу, бочонок тут есть. И еще один бочонок. Ну, больше демонов тут нет никаких. Ладно, пойдем с ракетницей. Все, тут идти особо некуда, да? Разве что перепрыгивать. Пойдемте. А, это я уже использовал этот полевой дрон. Засада, засада демонская. Так, еще кто-то появился. Мелкие демонишки тут. О, тройной выстрел. Да что такое? Кто тут меня пытался проатаковать сзади? Бедный. Ох, кто тут еще атакует? Ну-ка, умри. Так. Ну-ка, ты тоже, рукопашечки, должен лютую смерть принять. На, тебе уж разрежу, так уж и быть. Тут хоть поинтереснее площадка. Все, померли. Ну, наконец-то. Да уж, трудные вы ребята оказались.
Эх, патроны я так и не брал. Для ракетницы. О! Пресловутые аптечки. О! Вот это вот. Мелочь, а приятно. Лишний патрон для БФГ. О, и для пулеметиков. Еще и супер ускорение было. Всего-то и делов-то надо было лишь наверх подняться, а? Ну ладно, пусть ускориловка лежит. Нам все равно идти дальше. Давайте возьмем тогда. Ух ты, у меня это нету как раз. Пулеметище мой любимый. Самое универсальное оружие. О, бочки, бочки, бочки. О, козлина. Иди сюда. Своей протоплазмой. Умри. Ну да и все. 9 выстрелов получается из дробовика. Тройной суперзалп. И всего-то и делов. Это бочечку хотел. Умри. Бух. С таким. Оп. Да ну нафиг. А то тут как что-то непонятное происходило. Кто-то меня сзади бортанул. Я уж напугался. Думал, меня прибьют. Эх, 2 БФГ. Жалко. Жалко 2. Патроны. Комнатенка, выпустите меня отсюда. Вот, кстати, претарианец. Он там дает жетончик нам. Эх, патронов-то вообще мало реально под этот мой пулеметичек. А там ведь нас будут ждать друзья сейчас в кровопролитной схватке. Умри. Да ну нафиг. Я думаю, вот так будет симпатичней. Все. А БФГ всего один боеприпас остался. А впереди встреча с боссами. Не очень хорошая перспектива. Ну да ладно. Разберемся уж как-нибудь. Тут он. Главное, чтобы патроны для пулемета были. А вот и БФГ есть, кстати. Это полный заряд? Да, да. Так что зря я переживал.
Все тут, и ништяки все собрал почти, да? Броньки, аптечки. Ну, пойдемте на битву с адским сатаной. Опять это все гробница, все эти воспоминания кошмарные. Ну, куда мы попали? Вот он. Фильм «Чужой», помните? Вот оно и есть. Вот этот металлург у нас вылазит. И в него вот эта дрянь сейчас такая. Опа, вот так вот. Влазит. Как из фильма «Чужой». И все, и это и есть наш друг-демон. Так, вот этого босса суперщит. И когда он... Короче, когда у него этот зеленый щит, его бессмысленно, он неуязвим. Нужно ходить рядом, провоцировать его на удар, чтобы он готов был нанести удар. Поближе надо бегать. А так. Так, еще немного ему осталось. Он сейчас тут будет огни пускать большого города. Через них можно либо бегать, либо перепрыгивать. Они вначале в одну сторону, потом в другую. Оп. Вот это пламя по кругу. Так, ну-ка. О, как тебе? Как тебе такое, а, дружище? Помер, да? Но это еще не все. Нас ждет встреча с его друзьями. Такие же братья-акробатия, но уже без щита. Ну, хватит, хватит тут. Я что, зря БФГ, что ли, под вас держал? Так. Где тут? Тут вот этот один быстрый, а другой тугодум. Надо их просто валить из пулемета, и все. И обоих следить за обоими. Держать на одной линии лучше. Ну или хотя бы одного замочить. Ну-ка, минус один. На тебе, по хребтине-то надаю сейчас. По позвоночнику твоему. А нет, здесь у меня патронов нет. Ну давайте дальше также продолжим. Что он тут начинает тут, как в стиле Кунг Лао какие-то непонятные вращения. Да я тебя раньше убью, дружище. На тебе. Вырываем. Где эта тварь? Вот она. Иди ко мне. Вот так вот. И... Опачки. Фу. Фу, омерзительно. Вот. В общем, победили этих демонов. И осталось... Так, патроны не дают. Горнило забрать. Давайте его заберем. Вот оно, красивое горнило. Такое вот. С черепушками. Ух ты. Вы кто такие, ребята? Активация силка. О, я типа такой же. В таком же костюмчике стал. И все, да? Вот так вот.
прошли этот уровень и погнали в следующий.